Молись за наших, друзья, все внимание, безусловно, на трассу. Егор Санин, номер 20, пытается, но... Но, по-моему, ничего не было. Номер 53, Вячеслав Столовенко, Цезарь, занимает первое место в этом заезде. Егор Санин, номер 20, Ульяновск, второй. Друзья, впервые такое вижу. Впервые вижу, чтобы Егор проиграл. Но все бывает когда-то первый раз, следом за ними. Друзья, в эмоциях не разглядел, но я думаю, что судьи сейчас помогут. Я становлюсь его персональным фанатом за эту яркую гонку. Вячеслав Староверов, молодец, респект и уважуха, как говорит молодежь. Почет и уважение, как говорят старшее поколение. Thank you.